الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم محترم جماعات إن الله رب وزغاه بتمستك المسمق <applause> مقتولة ربز خمد سنة بصيده Шулай ук сөекле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямгә күңелләребезнең турыннан чыккан салават шарифаларыбыз, сәламнәребез барып ирешсә иде. Аллаһ Роббыбыз ил күннәребезгә иминлекләр, тынычлыклар насып әйләсә иде. Аллаһ Роббыбыз сугыш дигән афәтләрдән һәр баршабызны үзе асыраса иде, үзе сакласа иде. Сугыш дигән нәрсә бик куркыныч нәрсә. Сугыш дигән нәрсә бик хәсрәтле һәм бу суғыш кешеләр бер-берсен үтürüү дигән сүз, бер-берсен закон қоюу дигән сүз. Бу суғышларда күп мәйятимнәр, көп мә тол хатыннар кала дигән сүз. Шуңа күрә ниндигене суғыш булмасын мухтарам җәмәгать, суғыш ул зулым, бандаларга ул зулым, кайгы, хәсрәт һәм ул суғышларда халыклар арасында, ниндигене халыклар арасында булмасын ол соғышыларда мұқтар жамағат жиңушілер болмаса керек. Барысы да шайтанның құтқысы білән жиңушілер болмаса керек. Шуңа күрә Аллах Раббы соғыш қасіретлерінен, ашлы қасіретлерінен, һәр түрлі бәле қазалардан өзі сақласа еді. Бисмиллаһи рахманир рахим. Дорогие братья мусульмане, мы предыдущих вагазы говорили о козни шайтана, против человека. Сегодня, иншаллах, будем говорить об укреплениях, воздвигаемых мусульманином мусульманин против шайтана. Первое укрепление, это само собой, это ихлас. Аль-ихлас, искренность. Искренность – это путь спасения от шайтана, Мухтарам По его же признанию, так как Аллах Субханаху Ва языком шайтана сказал в Коране, «Астаиду Биллах, каля, ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين شيطان قال мой господь за то что ты сбил меня я разукрашу им то что на إلا عبادك منهم المخلصين الحجر شيطان محترم جماعات признался, сам признался в своем бессилии сбит искренних рабов Аллаха. Кто же он искренний раб Аллаха? Он тот, который работает, который трудится во благо Ислама ради Аллаха и не любит, чтобы его хвалили за это. Так как Мухаммад Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, сказал – العمل, то есть поистине великий аллах принимает и сделал только те которые были совершены только ради него второе укрепление Мухтарам Замагад это поклонение единому аллаху когда шайтан похвалялся аллаху что он собьет с истинного пути Адама и его потомства, Аллах Субхана ответил ему, объяснив, что существует группа людей, группа мусульман, над которой он не может взять власть. И Аллах Субханаху Ва сказал, «Астаид биллах, инна айбади, лей султан». «Поистине, рабы мои, у тебя нет власти над ними. аль 42 аят. Третье укрепление – придерживаться джамагата. Нахождение в джамагате отпугивает шайтана и вызывает благосклонность Аллаха. Умар ибн Аль-Хаттаб рассказал, что посланник Аллаха, алейху, асалям, сказал, «Тот, кто хочет середину рая, пусть находится в джамагате. Поистине шайтан с одним человеком, а от двоих он отдаляется. Джамагат требует от мусульманина два условия. Первое. Находиться в джамагате по убеждению. Иман блян. и махсатлар Только по убеждению. А также его убеждение должно быть подобным убеждению, убеждению первого поколения то есть сподвижник пророка, саллиллаху алейху ассалям, и последующих поколений, которые шли по их пути. Ибн Масуд сказал, джамагат – это то, что совпало с истиной, если даже ты один. Второе. Быть в рядах джамагата, то есть душой и телом быть с людьми истины, где бы, где бы они ни были. Мухаммад, алейхиссалям, сказал, группа из моей уммы будет придерживаться истина, и не вредит им то, что другие оставили их без поддержки, пока не придет повеление Аллаха в то время, когда они будут в таком положении. Четвертое укрепление Мухтарам Замагат – коллективный, групповой намаз. Пренебрежение групповым намазом насылает на человека шайтан и близь. Абу Дарда рассказал, что послание Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, если трое находящихся либо в селе, либо в пустыне не совершают групповой намаз, вместе намаз фарс, вместе коллективно, шайтан берет власть над ними. Так что придерживайся коллективного намаза, ведь волок съедает отдалившуюся от стада овсу. Об этом рассказал Абу Дауд. Пятое укрепление придерживаться Корана и Сунна. Самый лучший метод защиты от шайтана, мухтарам Джамагат – это придерживаться Корана и Сунна, изучая их и практикуя. Коран и Сунна пришла прямым путем, а шайтан борется, чтобы сбить нас с этого пути. Аллах Субханаху Ата'аля сказал, «Астаид виллах, ва анна хада сирати мустаqима, фаттаби'уфу, ва лататтаби'у субу, лафатафарра кабикум а'ан и это моя дорога прямая. Следуйте же по ней и не следуйте другими путями, чтобы они не избили вас с Его пути. Это Он. Это Аллах завещал вам. Может быть, вы будете богобоязненны. аль ан, -Ан 103, 153. Шестое укрепление прибегать к помощи Аллаха. Знай, знай, что ты сможешь победить шайтана только при помощи Аллаха. И если ты хочешь избавиться от, от козни шайтана, то прибегай к помощи Аллаха, он тебя защитит от него. Седьмое укрепление совершения хороших дел. Абу Храйра рассказал, что послание Аллаха, саллиллаху алейхи салям, сказал, если человек считает аят с поклонением, то есть сажда то, когда он совершает земные поклоны, шайтан отдаляется от него, плача и говоря, «Горе меня, Человеку было повелено совершить земной поклон, он совершил его, и этим заслужил рай. И мне было повелено совершить земной поклон, а я отказался, и этим заслужил ад. Восьмое укрепление Мухтарам Магад прибегать к Аллаху, произнося «Ауд биллахи мина шайтан и родим». Я прибегаю к Аллаху во избежание проклятого шайтана, проклятого сатаны.

а в дом, в котором читают суру Аль-Бакара, шайтан не заходит. Десятое укрепление, десять аятов из суры Аль-Бакара. Ибн Масхуд сказал, кто прочтет десять аятов из суры Аль-Бакара, ночью в этот дом шайтан не войдет. Четыре аята в начале, аят в курси два аята после него и три последних аята. А также рассказали в риваятах Мухтарам что если просчитать их над сумасшедшим, над Маджнуном, то разум его прояснится. Одиннадцатый укрепление последние суры из Корана. Айша Ради Аллаху рассказала, что посланник Аллаха Саллиллаху когда ложился в постель, складывал свои руки перед собой и считал последние три суры из Корана. Потом дул на руки и обтирал ими свои передние части тела, начиная с головы и лица, и повторял это три. Двенадцатое укрепление Мухтарам Джамагат Азгара. Закрыляр упоминание имени Аллаха. Абу Храйра Радаллаху Анху передал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, кто скажет ла іляхи, ла ахдаху, ла а ля Иллаха Илла Аллаху Шарикаля". То есть, нет божества, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища, ему принадлежит власть, ему хвала, и он над всякой вещью мощен, сто раз в день это приравнивается ему в выкупу десяти рабов. Ему за это запишется сто хороших дел, и у него стираются сто плохих дел. И в этот день он бывает в безопасности от шайтана. И лучше него совершит лишь тот человек, который сделает больше него. Расскажи мне про одно, про одно дело, которое, которое я буду держаться. Пророк саллиллаху салям, сказал: Пусть твой язык не перестает быть мокрым от поминания Всевышнего Аллаха. Тринадцатое укрепление – это оберегание языка. На самом деле, Мухтар Мзямагат, язык является самым большим орудием для шайтана. И поэтому оберегание языка является одним из самых больших укреплений против шайтана. Под обереганием языка мы подразумеваем несколько дел. Оберегание языка от того, что тебя не касается – оберегание языка от лжи, оберегание языка от споров, от болтовни, от сквернословия, оберегание языка от брани, от проклинания, от руга непокойного, оберегание языка от приписания верующим неверия. Кафир деп мусульман языка от чрезмерных шуток, от насмешек и издевательства, Оберегание языка от сплетен, от двуличия, а языка от клятвы другим, помимо Аллаха и так далее. Пророк, саллиллаху сказал про оберегание языка. Это машхурсус, все слово. слова, ахир ясмут». То есть, кто верит в Аллаха и в последний день, بُسْ أَنْ جَابَ رِيتْ إِلَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وإياكم بِالْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقيموا الصلاة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله اكبر